Так, ну что, поехали на автобусе. Ух ты. Так, что у нас здесь? Надо на автобусе проехать как можно дальше. Бензина нам не дали. Бензинчика у нас не будет здесь. Ну, на автобусе как бы здесь ездить не вариант. Вообще не вариант. Да. Ладно. Надеюсь, надо другую какую-то тачку брать. Точно не автобус. А, попробуем доехать до финиша. А нет, бензинчик есть здесь. Это хорошо уже. Уже плюс. Ага, кто-то уже разбился, не доехал. Ладно. Так, сделали. Ну, автобус лучше здесь не выбирать. Так, прыгните как можно дальше. Ну, давай попробуем на баги. Ого, тихо. Так, а здесь мы, значит, будем сейчас ускоряться. Ускоряемся и прыгаем. Так. Опа! Ладно, тоже неплохо. Дальше. Езда на заднем колесе. Езда на заднем колесе. О. Ах ты. Тоже мало проехали, ну ладно. Хорошо. Так, гонка на время. Завершите как можно быстрее. Давайте немножко прокачаем этот транспорт. Повысим мотор. Повысим сцепление. Подвеску. Ну и нагнетатель улучшим. Ну давай еще, ладно. Мотор повысим еще разочек. Поехали. Так, можно быстрее. Ах, идеального старта не получается. Так, ладно, едем. Так, нельзя, чтобы у нас движок взорвался. Оп-оп-оп-оп-оп, хорошо. А, что, взорвался, нет, движок? Перегревается, видишь, красный становится. Так, 3600 у нас счет. Ну, посмотрим. А, гонка на время. Ну, поехали. Идеальный старт. Где кто-то там взорвался? Бедолажка какая-то. Давай. Оп. Не ждем, чтобы перегрелся у нас. Здесь надо брать, я думаю, конечно же, другой транспорт. Транспорт мы здесь выберем. Баги в следующий раз. Потому что на лихаче здесь ехать тоже. Лихач, он просто-напросто рассыпется в дребезги. Все, разбились. Так, новый рекорд 7900. А, куда мы поднялись? Давай посмотрим. Ух ты! Неплохо. Поднялись, хорошо. Но все равно мы проигрываем. Давай прокачаем мотор. Сцепление. Подвеску. Ну все, пока хватит. Так, 18000 у нас есть. Так, аккуратненько. Чё, разбился? Да я даже не дотронулся. Ладно, поехали в лес. В лес на таком нашем лихаче. Блин, что делать-то, а? Ладно, поехали, не будем пока прокачивать лихача. Денег немножко нужно оставить на этот самый, на автобус. Так, ну, в принципе, неплохо едем. Главное, нельзя нам... Как он у нас перегрелся, движок. Как только выходит из трубы огонь, надо выключать нам гашетку. Поэтому следим, чтобы огня не было. Чтобы он не выходил из трубы. Самое безобидное, это что у нас будет тратиться бензин. О, начал разламываться. Ой. Лихачок. Бедолага. Сейчас весь разломается. Мне хотя бы сундук второго уровня взять. Давай попробуем. Ну, бедолажка уже вообще развалился, как этот самый разваливается. Автобус. Такая же самая у них беда. Что лихача, что автобуса. Разламывается. Машинка. Так, ну давай, поднимемся. Так, огонь был, значит. Это плохо, конечно.
Но если мы будем аккуратно ехать, то мы много проедем. Большое расстояние. Опа, огонь был. Смотри. А что, у меня труба одна осталась или что такое? А, вторая отломалась, я не пойму. Походу, да. Так, а у нас уже третьего уровня сундучок. Ну, и тачка пока что у нас едет. Так, бензин не взяли, да? Так, давай назад вернемся. Бензин тратится прям очень так серьезно. Быстро. Ой-ой-ой-ой. Так, главное, что движок не взорвался у нас. Иначе разлетится в дребезги наша машинка. О. Так, ну что, давайте возьмем четвертого уровня сундучок. 100 метров осталось. Сейчас доедем. Так. Вот, четвертый уровень есть. Может быть, до пятого доедем. Посмотрим. Угу. Так, у нас уже 19 тысяч. Ну, накопим на 20 тысяч. Постараемся на двадцаточку. Все, едем на лихаче. Все, новый рекорд у нас здесь. Ага. И немножечко собираем звездочек. Опа-па-па, тихо-тихо-тихо. Бензинчик. Есть. Сундучок пятого уровня у нас есть. Так, еще монетки. 220 монет. Ну, мы рекорд хорошо побили уже. Опа, чуть по башке не стукнулся. Да, не зря я лихача прокачивал. Так, бензин, спасибо. Ага, магнитик, да, у меня магнитик стоит. Есть, шестого уровня сундук. Главное, чтобы мне дали денег за это побольше. Давай, еще немножко. Давай. Так, бензин. Где у нас бензин? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, 250 метров у нас до следующего сундука, до седьмого. Не знаю, получится седьмой сундук взять. Седьмого уровня. Постараемся. Так, ну главное, бензин у нас полный бак. Остальное уже не так страшно. Так, монетки. Все монетки собираем. Поднимаемся наверх на гору. Гора большая, высокая. Все, забрались. Угу. Так, большой крутой спуск. Ух, нифига. Так, подъем крутой. Так, бензинчик нужен срочно. Взяли бензин. Едем дальше аккуратно. Вот, хорошо. Восьмого уровня у нас сундучок. И вроде бы как машинка еще у нас не развалилась до конца. Так, осталось у нас бензинчик взять. О, все, начинает пищать бензин. У нас включается. Опа, все, взяли. Чуть-чуть. Ну хорошо, что на спуске были, ну. И канистра стояла внизу. Мы до нее легко доехали. Так. Давай. 50 метров остается. Ух, чуть-чуть. Давай. Едем. Может быть, на спуске найдем. Да, вот мы бензинчик взяли. А у нас уже девятого уровня сундук. Круто, тень. Круто. Ого. Какой крутой спуск. Так. Опять подъем. Смотри, какой мощный. Так, опять бензин закончился. Да что ты будешь делать?
Оп-оп-оп-оп, все, бензинчик наш. Нифига себе, сколько я проехал на лихаче. Может, самому? Я сам удивляюсь. Вот так много мы проехали. 10 уровня у нас сундук. Ух ты, нифига себе. Так, сейчас бензин будет заканчиваться. Где у нас бензин? Ага. Вот бензинчик. Спасибо. За бенз. И может быть мы 11 уровня сундук откроем. Вот это будет. Я не знаю, сколько мне монет дадут. Блин, это здорово, конечно. Окупится у нас все деньги, которые мы потратили. Ох, на этот драндулет. Так, 30 метров. Есть, взяли сундук. А хотя могли его и, ребята, проехать. Здорово. 11 уровня у нас сундучок. Так, теперь забираемся наверх. Давай. Оп-оп-оп-оп-оп, вонючий случай. Да, нам бревно это помешало конкретно, причем. Во, 5400 нам дали.